Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале, вы на канале с клиническим психологом, друзья. И сегодня мы с вами говорим на такую тему, как закон бумеранга, закон отражения или закон зеркала. И здесь у нас приходят вопросы вообще супер разнообразные. Почему у меня в жизни так? Почему у меня говно какое-то отражается? Почему у меня муж объелся груш? Почему у меня бизнес не строится? Почему у меня вся какая-то вообще каша, маша, малаша в моей голове и в моей жизни происходит? Друзья, здесь работает действительно закон бумеранга. Что это такое? Это мысли, это поступки, которые у вас идут уже достаточно долго, и вы не понимаете, почему они, твою же мать, происходят в вашей жизни. И здесь, друзья, мы должны с вами понять, как с этим работать, для того, чтобы изменить текущую ситуацию и поменять, собственно говоря, стратегию поведения и привести в чувства и мысли, и поступки, и то, что будет для вас удобно, красиво, вкусно, ярко, приятно. Но, друзья, есть такая вещь, есть такая стратегия поведения, ухода от внешнего либо внутреннего какого-то триггера. Люди, которые живут с позиции бумеранга, плохой позиции бумеранга, они подвержены стрессу, они подвержены токсической нагрузке, они подвержены мышлению жертвы. Бумеранг отражается у тех людей каждый божий день, тогда, когда в голове есть убеждение какое-либо. И еще, когда вы создаете несчастную вот такую реальность. И эта реальность отражается. Можно ли избавиться от нее? Да, можно, друзья, еще как можно. Можно начать практиковать отказ, можно начать практиковать движение в другом направлении, можно начать куча всего, можно начать делать, действовать и реализовывать при условии того, что вы понимаете, откуда растут ноги. Если вы не понимаете, как делать, как создавать, и у вас в голове опять каша-малаша, вот это вот то, что происходит, это все заставляет вас чувствовать себя не кайфово. Бумеранг отражается у тех людей, которые проецируют не только в голове, но в жизни неустойчивость, неуклюжесть, незнамость, непонимание, непринятие и еще куча-куча всего, что не дает получать желаемое, понимаете? А желаемое может быть у каждого разное. У кого-то это машина, а у кого-то это квартира, у кого-то это бизнес, у кого-то это здоровье, у кого-то это еще что-то. Если в жизнь транслирую, то и жизнь отражает то. Но не нужно думать о том, что если я транслирую позитив, если я транслирую миллионы, если я там что-то транслирую, то у меня что-то там получится. Нифига у тебя не получится, пока ты ножками не встанешь, не придешь, не возьмешь и не получишь. Вот так. Если этого не происходит, и ты не создаешь условия, жизнь отражает не только стратегию поведения, она отражает твои действия. Поэтому хочешь менять, меняй физически, меняй эмоционально и меняй психически. Психически первое нужно поменять. Поменять с психотерапевтом свое намерение быть в каком-то дерьме, в каком-то галимом бизнесе, в каком-то непонятном состоянии. И да, да, кому-то это больно, кому-то это страшно, а кому-то это нормально. Поэтому, если хочешь изменить, меняй уже сегодня. Кстати, друзья, я собираю новый семинар для тех, кто хочет изменить свою жизнь полностью за 30 дней. Если эта тема ваша, пишите комментарий.
бумеранг отражается прям сиюминутно. Это послало мысль о том, что что-то там сквасится, о том, что не произойдет встреча, они подпишут договор, о том, что муж объелся груш, оно и приходит в твою жизнь. Эти мысли не нужно блокировать, но с ними можно научиться работать и посылать в мир совершенно другие моменты. Я богатая, я успешная, и создавать для этого действия, которые приводят к результату и закрепляют новый паттерн поведения. С тобой я, Алена, ты на моем канале, ты на канале с клиническим психологом, ты на канале с биохакером, ты можешь прямо здесь, уже сегодня, писать вопросы, писать комментарии и давать обратную связь. Это нужно для тебя же лично, чтобы ты понимал, как с этим справляться. До новых встреч, друзья! Прямой эфир вечером для тех, кто хочет справляться, научиться быстрее с тревогой, со симптомами стресса и нормализовать уровень своего здоровья психологического и физиологического. До новых встреч, мои хорошие пупсики.